Он выбрался, блин, в лес. И дождь повалил. Может, пройдет. А может, и не пройдет. Приехал сегодня в лес почистить свою пинбольную площадку. Кто не знает, а игры провожу по пинболу. Ну, а сам страйкбол играю. Вот у меня, кстати, командная форма страйкбольная. Вот такая нашивка. Команда называется «Тильзитские волки». Команда советская, я вот к ним примкнул. Играю. Ну, это мой позывной. Кстати, у меня канал есть другой еще. Про игры, про пинбол, про страйкбол. Называется «Позывной кислый». И там, кому интересно, если будет эти... По сталкеру мы играли. Ролевые игры. По сталкеру и карантин. Но это тот же самый сталкер, только чуть-чуть по-другому. Несколько видео там будет. А, еще и по Таркову. Но по Таркову я не играл, только снимал. Три видео там по Таркову. Ну, пока жду, пока закончится. Это безобразие. Хорошо одел резиновые сапоги. А то выезжал, прям солнце светило, прям такое хорошее. Да, там еще дерево упало. Хорошо приехал, в субботу игра, а там дерево завалило, проезд. Машины не проедут. Вот он, в принципе, закончился дождь. Сейчас пойду свою саблю возьму, пойду в лес. Вот такая сабля у меня. Мачете. Красный специально покрасил. А то это работаешь, работаешь, где-нибудь бросишь, а потом ходишь, ищешь. Я когда черная была, вообще ее трудно так найти было. Сейчас нормально. Тут уже стерлась краска. А это бывшая воинская часть, ракетная, ангара. Вот. Тут вот загоняли грузовики, с ракетами стояли. Былое советское время. Так, ну что там дождь? Вроде кончился, опять начался. Но она придется еще завтра приезжать. Ну вот оно, дерево перегородило дорогу. Да, такое я. Мачете точно не перерублю. Пилу надо будет нести. Ну вот, собственно, площадка. Вот эти ветки мелкие. Вот эти мелкие порубить надо будет. Каждый год их практически рублю. Они все лезут и лезут. Грязище. Кстати, кто что думает по поводу прививок? Кто тут у нас это? В интернете слухи ходят там всякие. Без прививок типа за границу пускать не будут. Кто с прививками только. Потом другие говорят, что российский спутник Европа не признает, типа все равно не будет пускать, у кого будет спутник. Другие неофициальные западные считают, что спутник самый лучший, прививка считается, не знаю, блин. Кому верить, короче, хрен поймешь. А тут сейчас недавно читал, слухи ходят, типа это, до 24 года не будут пускать за границу вообще. Поэтому, блин, поэтому на камеру протереть. А то она забрызгалась. Вот так вот. Вот такой вот лес. Ой, да, грязище здесь. Кстати, шарики наши пинбольные, как они разбухают, большие становятся. А были где-то сантиметр. Это черное положить. Сантиметр были в диаметре. Там получается внутри пищевая краска, а сверху это желатин, который разлагается полностью на природе. Вот он, а он еще целенький, ну в смысле целенький, не взорвался. Так, ну эта часть у меня нормальная вся. Надо вот там будет чуть-чуть подрубить. В
волшебные звуки болота. Красота. Ну, да чуть-чуть другую. Тут тоже все чистил когда-то давно. Тут вообще все чисто у меня было. Ну, сейчас эту часть забросил. Игр мало стало, как вот последний раз евро подскочил. Так и все. У людей денег нету. Все пытаются заработать даже на выходных. И денег нет, и некогда приезжать играть. Поэтому вот такие дела. Карантин еще этот. Но это все равно лучше, чем это самое было в 98-м кризис, когда у нас я в милиции получал зарплату, у меня было к доллару 11 долларов. Зарплата была милиция. И 3 месяца ее не выплачивали. Прям ровненько. На Новый год там дали сразу кучкой. Но это уже копейки были вообще. Да, зато есть День независимости России. От кого независим, я не знаю. От всего подряд. Причем это, когда вот нефть упала в цене, у нас на бензин подорожал. Типа, ну, нефть подешевела, надо же как-то зарабатывать. Потом нефть стала дорожать, бензин опять подорожал. Что такое? Ну, блин, ну нефть дорожает, вот и бензин дорожает. Где логика, хрен я знаю. Да, вот это дерево надо как-то убирать. Может быть мачете у меня получится, но может быть и нет. Ладно, попробую дерево порубить, что получится. Начну, а там в селу завтра привезу. Да, она свеженькая. Не руби тот сук, на котором сидишь. Уже затрещал. Чуть-чуть осталось. А это, внутри такое гнилое было. Сверху только. Сантиметра 3, наверное, 5. На какой 5? 3, 2 вон даже. А там вот такая, а там уже вообще черная. Вон уже пошла трещина. Так что мачете — это вещь. Это из этого не сделали. Самодельно из пилы. Дисковая пила. Круглая такая. 5 миллиметров, наверное. Вот я тут все в лесу. И работаю. Незаменимая вещь. Вот и все. Мачете справилась вообще. 20 минут, может быть, от силы. Сейчас я сдвину сюда и пойду уже чистить. А зачем я приехал? Фух. Вот такой вот сруб. Ну, диаметр рука примерно. Блин, хорошо в лесу, как получаешь эту энергию, заряд такой бодрости. Вот я приезжаю в лесу. Или настроение плохое, приезжаю сюда, блин, вообще так по кайфу. Или вообще куда-нибудь в лес. Главное, чтобы на природу. Так, камера, постой пока здесь. Блин, батарейку не взял, только запасную. Скоро закончится. Так, ну, вот и все, сдвинул сюда. Главное, что это, спину не сорвал. А то как-то приехал баллоны катать. Вот эти баллоны. То вроде катаю, нормально. Тут какой-то взял, чуть-чуть буквально приподнял. Оп, все. Пошел хромать и так вот ходить, пригнувшись. Фу, блин, комаров нету, странно. Или то, что холодно. Где-то кепка упала, пойду искать. Она валяется. Кипарик мой. Опа. Так, ну а сейчас займусь. Зачем сюда я приезжал? Вот эти веточки. Чтобы было видно, куда стрелять людям.
Ну-ка, тут все позаросло-то. И вот там еще надо будет. Вот этот проход чуть-чуть прочистить. И в субботу игра будет. Осталось только разметить всякие места. Опасные, не опасные. А то хотел завтра приезжать еще. Думал, не справлюсь с мачете. Нифига, справился. Во. Нормалек, наверное. Ну да, видно. Чуть-чуть. Здесь у нас будет вход одной команды в игру после игровой смерти. Во. Нормально. Будет видно. Нашел сам себе работенку на пенсию. Подработку, вернее. По своим вкусам и интересам. Раньше сам играл в пинбол, но сейчас это организую. Как бы играть некогда. Поэтому ушел в страйкбол. Там играю сам, а здесь организовываю игры. Так, это у нас сама площадка. Скользко. Вот это тут весь мой труд. Остатки от Советского Союза. Хорошо, что остались. Можно их использовать. Сейчас пойду в сторону туда. Там будет база противника. Послушать тишину чуть-чуть. А комаров так и нету. Редкий какой пролетает. То обычно тут прям... Вот этот папоротник растет, молодые побеги. Вон. Такими закорючками. Тут пока все чисто. А летом будет тут просто сплошной лес из папоротника. Вообще ничего не будет. Такой почти... Ну, срос, наверное, будет. Там прям туннели можно это самое вырубать. Он рубится легко. Но сейчас пока все... Вот так. Ну вот, в принципе, и все, я управился. Я думал еще завтра приезжать. Погода вроде повезло. И дерево срубил. И это почистил. Вон там такой ангар. Здоровый, он здоровый. Вон тут вход другой команды будет. Тут, конечно, в лесу красота. Елочки такие. Можно через них лазить. Сосной так пахнет вкусно. Красота, мох. Вон какой. Там, правда, отсвечивает все. О, вот так вот будет красивее видно. Точку фокусировки. Другое место поставил по центру. Теперь засветов не будет таких диких. Гарчик, вон, надо, кстати, отметить, что он не игровой. Ну, о, готово. Главное, что будет понятно. Это вот с другой стороны ангара. Тоже тут почистим. Когда-то мы мышки делали, уже они мхом обросли, эта трава уже поросла, выросла. Когда-то лежали просто мешки с этим, с песком. Вот тут туннельчики такие прорыл, прорубил. Вот здесь вот выход. И мне нравится вот так вот заниматься в лесу. Да. Используя для дела, во-первых, и для людей, и денежка лишняя будет. Да и для удовольствия. Тут вот тоже такой проходик. Тут уже можно обстрел вести. Массированный. Ну, на этом всем пока. Всем здоровья и хорошего настроения. Темнеет уже, не знаю, сколько времени.
Ну, уезжать пока неохота. Просто вот хожу, так вот. Гуляю, в общем. Так что всем пока.